Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Redmi 12R. И сейчас я вам покажу, как включить таймер в камере. Итак, заходим в приложение камера. Нажимаем на вот эту вот стрелочку. И нажимаем таймер. Выбираем время, на которое хотим установить таймер. Давайте проверим, как это работает. Вы увидели, как это работает, как установить таймер в камере. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!